Здравствуйте, Игорь. Это видео про ваш одуванчик и про ваш переходник с одуванчиком. Вот он, ваш одуванчик. На моем тестовом объективе наклеен на двухсторонний скотч. Таким же образом вы сможете первоначально наклеить одуванчик на байонет вашего Гелиоса. Подробную инструкцию я вам пришлю на почту. Я запрограммировал фокусное расстояние 85 миллиметров и диафрагмы от 1,5 до 22. Это одуванчик для Гелиос 40. И вот небольшой отрезок двухстороннего скотча для первоначальной наклейки. И это переходник М42 Nikon с одуванчиком. При вставлении объектива с одуванчиком и с этим переходником в камеру ориентируйтесь не на красную точку, она обычно на этих переходниках не совсем правильно расположена, а на положение среднего контакта одуванчика. Вот средним контактом ориентируемся на белую точку на камере. Поворачиваем до защелкивания. Здесь фокусное расстояние 58 миллиметров и диафрагма от 2 до 16. Очень аккуратно вставляйте и вынимайте объектив с одуванчиком в камеру из камеры, и он прослужит долго. Одуванчик наклеен, с задней стенки усилен жидким пластиком. Крышечка сидит хорошо и плотно. Когда будете снимать крышку, очень аккуратно повернули, подняли. Одуванчик будет упакован 10 внутрь переходничка. Вот, я думаю, что все увидите. Это калибр. И это супер клей гель. Спасибо за внимание. Сегодня это все поедет в Киев.